Инновационная система Томской области. Чтобы начать инновационный бизнес в Томской области прямо сейчас, достаточно иметь только идею и желание. Инновационная система поэтапно поможет вашей идее пройти путь до промышленной реализации и придаст процессу огромное ускорение. Давайте посмотрим, как это работает. Идея. Инноватором может быть каждый. Все начинается с вашей идеи. Проверка идеи. В вузах и научных институтах ваша идея получит теоретическое обоснование и пройдет первую проверку. Бизнес-проект. В бизнес-инкубаторе вы сможете найти единомышленников и специалистов, вместе с которыми превратите идею в бизнес-план. Инвестиции. С четко структурированным бизнес-планом вам будет значительно проще привлечь инвестиции в свой проект. Инжиниринг. В инжиниринговом центре вам помогут отладить технологию и выпустить опытную партию вашей продукции. Организация продаж. При помощи центра стимулирования спроса вашу продукцию выведут на международный рынок. Внедрение инновации. В особой экономической зоне вы сможете создать предприятие, которое начнет промышленное производство вашей продукции. А ведь у вас могут быть и новые идеи. Инновационная система Томской области. Так, в рамках инновационной системы Томской области ваша идея пройдет свой путь до реализации. Вести бизнес в Томской области удобно и просто. Достаточно идеи и желания.